На курорте профилактики здоровья населения уделяется большое внимание. По инициативе главы Анапы Сергея Сергеева организованы Дни здоровья, где можно выявить заболевания на ранних стадиях. К профилактике относится и своевременная вакцинация населения от гриппа. Выездная бригада врачей сегодня делает прививки от гриппа сотрудникам Управления социальной защиты населения курорта. У нас особенная работа, потому что мы работаем непосредственно с населением. Каждый день наши специалисты принимают до 20 человек. И в разгар, как мы говорим, такого эпидемиологического подъема, когда очень многие люди к нам приходят и больные, при этом не заботятся, не носят ни масок, ничего, для нас очень актуальным становится вопрос работоспособности коллектива. Если у нас выбывает 2-3 человека по причине болезни, то, соответственно, увеличивается нагрузка на коллег, но, с другой стороны, увеличивается и время ожидания наших граждан, которые приходят к нам за различными мерами социальной поддержки. Поэтому, вот как руководитель, я рассматриваю, что это не только помощь нашим сотрудникам профилактировать свое здоровье, но это, прежде всего, и экономическая составляющая. Процедура занимает всего несколько минут. Вакцина получена качественная, хорошо воспринимается организмом и вырабатывает устойчивый иммунитет. Противопоказания есть? Это какие-либо аллергические заболевания, аллергические реакции, которые ранее выявлялись при проведении вакцинации, острые респираторные вирусные инфекции, различные лихорадочные состояния, кишечная инфекция, беременность и лактация. Любая организация может обратиться в горполиклинику и сделать заявку на вакцинацию.